О, сейчас мы с этими чувачками поедем купаться на перегонки. Кто быстрее на тот берег, да? Он, она или она, или я. Сейчас с Нарвецом поедем купаться на пляж. Да, Нарвец? На перегонки, как обычно. Кто быстрее? Эй! Да? Кто кого? Да-да-да. Ну, сейчас мы с этими ребятами будем переплывать. В прошлом году с Нарвецом мы начинали переплывать. Я стартанул. А он меня в самом начале догнал, перегнал и обогнал. И я после него приплыл. Сейчас посмотрим, кто быстрее в этом году. Я готовился. Каждое утро плавал, каждый вечер. Сейчас глянем, кто кого сделает. Он или я. Ну, Фрейка так, конечно, плавать умеет, но что-то она на перегонке не плавает. А Нардес, он любит плавать на перегонке. Сейчас глянем. Нардес вот как бы не удержался. Уже нырнул в болото. А то он не плавал в этом году толком. Опа, ничего себе. А там, оказывается, утята вон гоняют. Я думаю, что это по полю-то? Вон там утята вон плавают. Сейчас посмотрим. Ну, утята уплыли. Псы прибежали. Сейчас будем с ними на перегонки. Ну, дошли мы до пляжа. Как ни странно, на пляже никого нету. Сейчас мы будем нырять. Посмотрим, водичка какая у нас сегодня. Теплая или нет? Да, нормально. Неплохая. Плавать можно. Он там рыбак рыбачит. На том берегу. О, Фрейка уже не держалась. Нырнула. Можно сказать, по пояс. Там рыбак рыбачит. Надеюсь, я бы не перегодил там путь на машине. Выйдет. Комары, конечно, есть. Ну все. Разуваемся. И погнали. Да, были у меня баскетбольные кроссы, стали повседневные. Кроссы не нашел нормальные, вторые. Одни у меня рабочие стали. Все, ныряем, Нардец. На раз, два, три. Давай, давай, с разбега. Блин, сегодня стенда нету, некому снимать. Штатив я не знал, не взял подводный. Ладно, так искупаемся. Ну все, я готов. Сейчас посмотрим, Нардец готов или нет. Нардец уже нырнул. Без меня. Сейчас попробуем с ним на перегонки. Че, он там рыбу подкараулил. Рыба там что-то плескалась. Он возомнил, наверное, себя акулой. Все, испугал Фрейк рыбку. Ну, вода сегодня полный галатун. Я поплавал минут 15. Аж тело все обжигает. И пузо, и груди, и даже спину. Не знаю, как эффект называется, но прикольно так. Сначала очень холодно было, а сейчас, блин, все горит. Блин, вода холодная сегодня. Очень холодная. Как бы с собаками нырнули троем. Поплавали. Собаки вылезли, я еще поплавал. Потом аж как тепло стало, блин. Аж не по себе. Так классно. Плавали. Что-то все ястреба сидит, коршун летает. Сейчас попробую в кадр поймать. Где-то там летает. Вон сегодня прям над в огороде я там занимался заборами. И коршуны летали. Сначала один прилетел, потом второй. Вот как раз двое и тут есть. Вряд ли они, конечно, отсюда прилетали. Но летали по двое тоже.
А, нет, не коршун, наверное, это ворон и какая-то хищная птица. Может, коршун один, потому что так ворон летает быстро. Ну, короче, понял я. Скорее всего, это так адреналин вырабатывается в крови. И поэтому тепло. Потому что второй раз зашел, и холода вообще не чувствуется. То есть адреналин выработался уже. И все, и как бы вода теплая, кажется. Второй раз вообще как будто кипяток. Хотя на самом деле холодная вода. Ну, такая фигня уже была пару раз. Когда на крещение купаешься, вода вообще обжигает. И кажется, что вода горячая. Хотя на самом деле она очень холодная-холодная. А, ну что, ждем собак, когда они подойдут. Вот и они. Не прошло и минуты. Прибежали. Ну что, давайте еще раз. Как говорится, Бог любит Троицу. Ныряем. До середины доплываем и домой. Молодец. Молодец. Готов? Все, давай с разбегу. Давай, давай, давай. Давай, давай, пошли, пошли. Норт, норт. Че, вода холодная? Давай, 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 пошли. Молодец. Давай, плыви, плыви, плыви. Фыка. Да, на телефон нужен чехол специальный. А так я уже в прошлом году один утопил. Такой же телефон. До сих пор где-то нагнились. Нет, нужен ассистент. Первый раз мы вообще классно зашли, они там по полюсам до середины и все. А сейчас уже не хотят. Вода, видать, холодная. Неохота им нырять лишний раз. Да, Нарс? Давай ныряй, тут комары зажрут. Ныряй, ныряй. Пошли, пошли, пошли. Фрэка. Ну, сегодня у нас третий день тепла. Вода еще, может, только ватун. Но мы искупались, наплавались. Собаки по разику со мной поплавали, но я еще три подхода сделал. До середины доплыл, поплавал немножко, не стал переплывать, нафиг, мало ли. Холодно, блин, еще ноги откажут, либо что-нибудь еще. Либо мотор встанет еще, нафиг. А никого нету, никто не поможет. Собаки-то вряд ли, мне кажется, помогут. Ну все, двигаем домой. Рыба сегодня плещется, как странно. Щука вон вдоль берега. Два раза. Сейчас уходя уже. Небольшой шеренок он кого-то гонял. И вот когда Нардер заплывал здесь, стоял, там тоже какая-то рыба. Фу, долго кого-то гонял. Вон комаров сколько. Тьма. Не видно, наверное, здесь. Весь локоть уже обкусали. Все, гоним домой. Это все живут комары. Все, погнали. Ну все, Нардец уже упаковался. Ждем, пока Фрейка подсядет. Да? Куда пошел?